Прямой эфир, Первый Ярославский, продолжаем выпуск. На груди золотая медаль, но впереди главное состязание. Губернатор Сергей Ястребов встретился сегодня с победителями полуфинала конкурса WorldSkills Russia. Почти 500 участников из 16 регионов страны соревновались в 41 профессиональной компетенции. Ребята из Ярославской области смогли завоевать 11 золотых медалей. Одна из участниц, Елизавета Расторгуева, стала победительницей в номинации «Туризм-сервис». Признается, что даже в полуфинале еще есть место для волнения. Большое давление, очень большая конкурентность. Все участники были очень достойны, но мы выдержали это и победили еще раз и доказали себе, что мы лучшие. Впереди самый сложный этап – финал в Москве. 3000 участников со всей России. В столицу от нашего региона поедут 13 человек. Сертификат участника WorldSkills является знаком пробы высшего качества. Если молодой человек участвовал в движении WorldSkills, то для работодателя это уже подтверждение его, скажем так, квалификации, его компетенций. Где-то на соревнованиях или продолжая учебу должны правду рассказать о нашей земле, о том, как можно продолжить или образование, или получить, что называется, интересную работу на наших предприятиях.